вопросом. Насколько я, как эксперт, мы понимаем, это личное заявление. А если можно вам быстрее слово? Быстрее, чтобы мы дошли сюда. Ваша позиция понятна. Якобы это ее личное заявление. Значит, должен ли... Вы сказали, это было личное ее заявление. Да, происходило несколько другое, как я понимаю. Я просто прочитал то, что он написал, да, вот очевидец всего этого дела. И он об этом рассказал. Происходило несколько другое. А вот это чистый пиар-ход, который она выполнила по приказу, получила, она может быть, они таким образом поцеловали в одно место своих нациков. Но они точно настроили против себя не только руководство, но и все население республики в очередной раз. Вот вы выбираете, что вам ближе, целовать нациков в одно место или договариваться с республиками. Пока вы эту проблему не решите, у вас вот так вот все будет наперекосяк. Знаете, я, во-первых, очень прошу не подменять понятия. Вопросы отношения россиян к украинцам и украинцев к русским всегда показывали очень большое положительное значение. Всегда, во все время, всегда. То, что вы сейчас подсказываете, отношение россиян к Украине, государству, Ватя. Украинцев, государству России. Давайте еще раз,